По меньшей мере 34 черных дельфина, гринды, выбросились на берег острова Тасмания в Австралии. Среди млекопитающих оказались как взрослые особи, так и детеныши. Выбросившихся на берег гринд обнаружил 34-летний туристический гид, когда совершал тренировочное плавание на лодке со своим коллегой. Мужчина предположил, что дельфины могли следовать за больным или дезориентированным вожаком, который допустил ошибку. Гринды отличаются крепкими социальными связями и не отклоняются от курса, который задает ведущий стаи. Вероятнее всего, они последовали за лидером и погибли. Кроме того, австралиец не исключил, что все гринды могли быть чем-то больны. На это может указывать то, что ни одного дельфина не удалось спасти.